Юрий Борисович, скажите мне, пожалуйста, кому принадлежит искусство? Я бы сказал, что искусство принадлежит человечеству. Потому что народ не всегда воспринимает великое искусство. Белинского и Гоголя с базара понесет народ. Когда-то. Да, это мечталось, да. Об этом. Уже был и Пушкин, и Гоголь, а, так сказать, народ его не воспринимал. А уже Мериме переводил Пушкина. Сегодня народу принадлежит не искусство, а поп-искусство, а по крайней мере у нас, да, я думаю, во всем мире. А искусство принадлежит интеллектуальной, а иногда и денежной элите. И вообще, последние 3 десятилетия, впервые, может быть, в истории человечества, произошла такая странная вещь. Ни в одном виде искусства и ни в одной стране не появилось великих произведений. Талантливые есть, интересные, хорошие, но великих произведений 3 десятилетия нигде нету. И я бы ответил, почему. Дело в том, что искусство должно отвечать на очень важный вопрос. На очень важный, да? Может быть, на главный вопрос. В чем смысл бытия человека на Земле? Зачем его природа или Бог создал? И в чем смысл и цели бытия человеку в эту эпоху, в данную эпоху? Я думаю, что русская культура, и в этом сила русской культуры, отвечает на этот вопрос. Гегель говорил о том, что человек создан для самопознания природы. Русская культура дала еще более глубокую и интересную формулировку. «Ой, я хочу безумно жить, все сущее увековечить, безликое вочеловечить, несбывшееся воплотить». Здесь говорится о том, что цель жизни человечества – очеловечить мир. И действительно, Горький говорит о том, что нужно очеловечить человека. Федоров говорит, что нужно очеловечить мир мертвых. Циолковский говорит, что нужно очеловечить космос. И долго я могу перечислять великих русских. Там Пушкин говорит, что нужно очеловечить государство. В «Медном всаднике» он доказывает это. И так далее. Вот как быть с проблемой смысла и цели бытия в нашу эпоху.